Почти полмиллиона луковиц тюльпанов увидел мэр Череповца. Вадим Германов побывал в Тоншилово. Напомним, тепличный комплекс – это единственное череповецкое предприятие, которое занимается не только выращиванием овощей, рассады, но и цветочной. Благодаря этому компания принимает участие в озеленении города уже второй год подряд. А жителям очень нравятся вот наши ящики, вот, которых мы там, по-моему, уже то ли 800, 800 ящиков, плюс вот эти наши дуги. В них что-то будет новое, новые расцветки, новые сорта цветов. Мы планируем также, но вот пока на сегодняшний день петуния ампельная – это такой самый выигрышный вариант. И мы планируем в этом году опять посадить петунию ампельную. Но цвета, естественно, будут другие, потому что серии каждый год меняются. Другие будут и условия в этом году. Тепличный комплекс лучше подготовился к летней жаре. Были учтены ошибки прошлого года. Уже закупается дополнительное оборудование. Еще один автомобиль для полива. Учитывается и расположение самих клумб. Также будут проводиться дополнительные работы во время высадки растений, чтобы потери свести до минимума. К тому году, скажу честно, были не совсем готовы. Была аномальная жара. А в этот год мы закладываем, что у нас будут примерно такие же условия, хотя рассчитываем, что будут... Не так жарко, но мы готовы, даже если будет такая жара, готовы. А сейчас мы вводим дополнительный контроль, то есть перед тем, как будем что-то садить, будем дополнительно проверять, как пролито, насколько увлажнена почва. Почву проверяют не только у тюльпанов, но и других растений. В этом году город украсят примерно 500 000 цветов. Клумбы будут располагаться в тех же местах, но выглядеть уже будут иначе. Тепличный комплекс все больше экспериментирует с цветовой гаммой, но при этом советуется с департаментом ЖКХ. Каждую клумбу намерены сделать индивидуальной. Оценить эту работу горожане смогут уже скоро. И даже поэкспериментировать с цветочными украшениями на своей даче. Для дачников здесь также подготовили различную рассаду. Екатерина Мокринцева, Александр Беспалов. Новости.